Хотите утро? Будет! Русские перцы! Да прямо! Утрямба! Всем чмоки, лайки, здрасте! Здесь Леша, Антоша и Галя, наше счастье! С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио. Опаньки, привет, дорогие, привет, любимые, здорово, замечательные. Давайте просыпайтесь скорее, здесь «Русское радио», главное утреннее шоу страны, «Русские перцы» здесь находятся. Алексей Сигаев, Галя Корнева, меня Антон Юрьев зовут, и привет, страна! Доброе утро всем, всех с пятницей, у нас прекрасный день, и приветствуем в гостях на русском радио Юлию Савич. Юль, привет, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, рады очень тебя видеть. И я вас рада видеть. Да, здорово, вот красотка. Такой вот московской погоде скользкой добралась к нам. Прекрасно добрались, у нас график такой, каждый день что-то интересное, что-то новое. И мы же давно с вами не виделись. Да, давно, но нам приятно, что ты заранее приходишь, не опаздываешь никогда на эфир. За час до эфира, да, очень приятно, что ты так хочешь к нам. Ну не за час, конечно, но это вы преувеличили. Но я реально люблю, особенно если это прямой эфир, лучше раньше приехать спокойненько, попить кофейку, там все такое, чем вот это, сломя голову, ну, неприятно все. Ну и правильно, чего уж. Правильно. Оставайся с нами на целый час, а пока мы послушаем твою песню под названием «Невеста». Юлия Савичева в гостях на русском радио. Юлия Савичева сегодня в гостях на русском радио. Юля, я открыла твой инстаграм. Да. Очень много там у тебя всяких событий происходит. Там не только в инстаграме. Все журналисты, просто такое ощущение, что только о Юле Савичевой и пишут. Да. Представляете? А что там такое? Ты правильно делаешь. Значит, давайте пройдемся по заголовкам. Первое. Юлия Савичева поделилась редкими фото с мужем. Это первое. Юлия Савичева с мужем повторили культовую сцену из «Титаника». Вот. Юлия Савичева приготовила роскошный торт. Да. Вот это вот, вот я лайкал тоже. Вы, наверное, Юлия Савичева впервые увидела родителей за год. Ну, да, Юлия Савичева побывала на катке с мужем. Сколько всего, действительно. Короче, вывод, Савичев, за тобой следят, мне кажется. Реально. Реально следят. Кто-то рядом ходит. Нет, у меня закономерный вопрос. Я просто даже пока не открываю все это. Это журналисты описывают твою жизнь, заходя в твой инстаграм, видя фотки там. Или ты даешь интервью, какие-то комментарии, которые... Нет, это просто из инстаграма. Все, что происходит у меня в жизни, я выкладываю фотографии, рассказываю как-то вот, что у меня происходит. И вот журналисты подхватывают. Нас-то на самом деле интересует то, что не попадает в инстаграм. Да. А что же не попадает в инстаграм? Много чего. Ты не могла бы присылать нам каждое утро свой ежедневник, чтобы мы, в общем-то, не следили ничего. Надо это обсудить. Ну, например, почему средства массовой информации так возбудились, увидев твоего супруга? Я в хорошем смысле спрашиваю. То есть ты его скрывала какое-то время от журналистов? Или почему так? Почему такая реакция? Ну, потому что просто он очень редко, когда со мной где-то появляется, и я его прекрасно понимаю. Он у меня достаточно закрытый человек в этом отношении. Он редко, но метко появляется, вот так. А когда, допустим, просто в каких-то таких жизненных ситуациях, там вот мы на льду покатались, и я решила выложить наши фотографии, все, это просто сразу вау! А знаешь почему? Потому что в наше время так нестабильны семьи, причем не только российских, но и зарубежных звезд. И когда ты видишь счастливую пару на льду, все хорошо, вот прям радоваться начинаешь. Ну, еще плюс на карантине очень многие разошлись. Да, это правда. И что грустно наблюдать. Я не ожидала, что так много пар, которыми я восхищалась тоже лично, как-то так грустно закончат. Ну, что ж, это жизнь. Да не, нормально. Некоторые пары приходили на лед, как вы, и разъезжались, понимаешь? В обратную сторону. Че? Когда крайне редкие приступы агрессии у Юли Савичевой, она взбивает мусс, понимаете? Вот, причем руками, без помощи приспособлений. Но учитывая, знаете, высоту голоса Юли, она может это делать так вот, просто прокричав на мусс, он взобьется сюда. О, я же говорю, пока я устанавливаю, дорогие друзья, новые стеклопакеты, вы продолжайте. Слушай, Юль, оказывается, что год-то 2020 уже такой длинный получается, потому что у тебя вышел новый альбом в 2020 году. Мне вообще казалось, это года три назад было. А нет, это в 2020 году. Все это было в 2020. Поэтому мой вопрос относительно нового альбома, он вообще не актуален. Получается так, но я все-таки его задам. Я хочу услышать новый альбом Юлии Савичевой. Что мне делать? Запросить в поисковике CLV или CLV, альбом Юлии Савичевой. Там 13 треков.
Мы не суеверные. Но, если что, Леша, для тебя он вышел сегодня. Хорошо, спасибо. А насчет новых песен. Вот совсем недавно мы выпустили с Настей Максимовой песню «Доктор Хаус», которая сейчас самая прослушиваемая из всех моих композиций. Так вы снова начали сотрудничество с Настей. Это автор твоих самых известных песен «Если сердце живет любовь» и «Никак» и так далее. Ой, это приятная новость. А премьера буквально через несколько минут на русском радио. Юлия Савичева представит песню «Доктор Хаус». Дождитесь обязательно. Юлия Савичева сегодня в гостях на русском радио. Тут собрался у нас такой... консилиум. Да, консилиум, такой импровизационный клуб критиков музыкальных, которые ничего не понимают, но изображают из себя что-то. Ну да, мы просто... мы недовольны. Мы недовольны тем, что мало материала. Мало материала. Чуть-чуть мало. Понимаешь? Это когда было-то последний раз столько у меня за год? Да, ну короче, бесишь просто. Ты понимаешь, мальчики начинают пятницу уже в 12. Ну, да. То есть нормальные люди где-то в 18, у них сокращен рабочий день, а мои котята в 12. И они уже все переслушали. И вот учитывая, что сейчас вот пятница, суббота, воскресенье, им нечего слушать. Да, вот после этого заявление мы обычно должны рассказать. Ирк, споем? У нас пятница началась. Слушай, мы тебе звонили, когда вот началась вся история с изоляцией. Мы тебе звонили, спрашивали, как у тебя проходит день, там у тебя дочка на заднем плане. И ты задорным голосом говорил, что наконец-то я могу дома посидеть. Да, это была абсолютная правда. Я первые два месяца получала колоссальнейшее удовольствие. А потом? Ну, а потом сложно стало, потому что 24 часа в сутки все же рядом, ты никуда особо там не вырвешься, там раньше гастроли были, съемки, а тут съемки даже вот так, включаешь телефон, прямой эфир, все равно все рядом, конечно, это сложно, и, ну, слава богу, у меня люди, мои родственники все, мы друг друга поддерживали, понимали, давали друг другу пространство личное. Угу. Там, если видят, что меня уже немножко накрывает, иди, иди, в комнату там, иди, ванну прими, там, когда, еще что-то. Когда все открылось, куда вы первым делом пошли? Ну, в какое-то общественное место. Ну, мы вообще любили на велосипедах кататься. Причем разъехались в разные стороны. На велосипед Юля пошла. На велосипед пошла. Слушайте, ну, наше время это роскошь. А так, ну, мы же были в Португалии все вместе, и когда мы смогли полететь, в принципе, работать, мы это и сделали, мы полетели работать. Ты счастливица. И, к сожалению, сейчас я не могу вот вернуться в Португалию к ребенку, это, конечно, очень грустно, потому что если я прилечу, возможно... произойдет такое, что закроют границы. Сейчас ведь вообще непонятно, какая ситуация, а впереди уже стоят даже несколько выездов и съемки. Я не могу, конечно, так коллектив подводить, но, в общем, сложно сейчас. Ну, сложно то, что Юля не видится с ребенком, да? Только по видеосвязи вы как-то поддерживаете связь. Да, только каждый день по видеосвязи. У нас даже игры такие, она меня кормит, или я ее через телефон, я ей читаю книжки онлайн. Ну, вот так все происходит, да. Ну, ты это, не бойся, мы прорвемся. Прорвемся, да. У нас впереди премьера твоей новой песни. Через пару минут дождитесь. Юлия Савичева в гостях на русском радио. Мы договорились, что Юля нам, ну, приоткроет завесу тайны, потому что я открыл философский текст новой ее песни под названием «Доктор Хаус». И это не саундтрек к одноименному сериалу. Это гораздо глубже. Ну да, потому что «Доктор Хаус» играет роль там не просто доктора, да, как многие могут подумать, если не послушали еще песню, не прониклись текстом. Играет роль даже Господа Бога, мне кажется. Это вот та сила, которая вытаскивает человека, помогает в любой жизненной ситуации. Либо ты потерял свой путь жизненный, либо ты отчаялся, либо ты, в конце концов, заболел. То есть разное бывает в жизни, и вот тогда на помощь приходит тебе либо твой любимый человек, либо мама, либо папа, либо вообще какой-то незнакомый человек, который протянул по-настоящему руку помощи, либо, как я сказала, это вот высшие силы. Давайте послушаем. Да. Про высшие силы. Нет, правда, Юлия Савичева, премьера «Доктор Хаус» на русском радио. Ура! Русские перцы! Мои короткие юбки, кажется, только вред приносят. Я стала выжатой, как губка, надо бы так сдавать.
оставаться, бросить, знаешь. Кто-то забрал мою львицу, бабочек мне оставил только. Солнце в глазах моих садится, я уже жива не настолько, не настолько. А ты забери меня. Может, стерве, ты возьми свою душу, открой глаза, вдохни глубже. Никто еще не придумал лучше. Начни сама себя слушать, себя слушать. Спасибо! Юлия Савичева, премьера песни «Доктор Хаус» на русском радио. Эти аплодисменты. Да, у нас и сообщение в официальной группе ВКонтакте. Он написал Хью Лори. Юлия, call me, I want сниматься в твой клип. Нормально, отреагируем. Слушай, Юль, ну, если вот взять твое вот, объяснение этой песни, после прослушивания я могу сказать, что, наверное, знаешь, к чему можно прийти после прослушивания этой песни, что здорово полагаться на маму, на папу, на мужа, на собаку, на ребенка. Но когда ты полагаешься сам на себя и сам себя спасаешь, себя это слушать. Гораздо более сильная позиция. Точно. Абсолютно верно. Да. И это тоже. Некоторые теперь будут думать, а куда звонить? В Роскомнадзор или Савичу? Понимаешь, чтобы как-то за помощью и за поддержку. Спела тихонечко. Ну, Юля нас развлекла, да, принесла новую песню. Теперь мы будем развлекать Юлю. У нас игра «Минутное дело». Нужно будет за определенный промежуток времени угадать как можно больше песен. Все очень просто. Дождитесь, через пару минут сыграем. «Минутное дело» на русском радио играет Юлия Савичева. Да, поскольку ты звезда, наша любимая звезда, мы, в отличие от простых смертных, облегчили тебе задачу. Тебе нужно будет назвать исключительно название песни, исполнителя, рекорд-лейбл, продюсер, год выпуска. Вот. И в какой альбом эта песня вошла? Все, фигня. Да, если ты не знаешь, кто поет, ты можешь говорить дальше, и мы поставим следующий трек. Песен будет 6. Мы желаем тебе удачи. Готова? Спасибо. Готова. О, Шуфутинский, конечно же, Наталья. Хорошо, так. Ой, это Киркоров. Правильно. Хамали Навай какой-нибудь. Я не знаю, дальше. Не помню, как группу зовут дальше. Нана, конечно. Я не знаю, кто. Дальше.
Ну все, закончилось. Шесть песен прозвучали. А что в конце было? Это же это была группа Дюна. Это была группа Дюна. Это Дюна была? Песня про Женьку. В начале был... А вот это вот, которые были похожи на Хамали и Навай. Кто это был? Это Джак Халиб. Ну, в общем, примерно то же самое. Да, ну сколько? Три получилось? Три из шести. Три из шести. Результат. Это, знаешь ли, как в спортлото. Понимаешь, ты нифига не выиграла, но получила аплодисменты. Хорош Юлия... смотреть по сторонам. Да. Юлия Савич, да. Юлия Савич, мы сегодня в гостях. Юль, мы рады были тебя видеть. Да. И я вас. Мы поздравляем тебя с премьерой Спасибо. Песни. Если кто-то пропустил, то можно, в общем, найти на электронных платформах. Правильно? Конечно. Да, все верно. Да. Ну, или вы там в шапке профиля. Да, естественно, располагаться. Ссылка в описании. Ну, или в директ напишите, Юлька скинет вам. Честно говоря, слегка бесит, что пришла без торта, но мы ждем тебя в самое ближайшее время, милая. Я каждый раз, куда сейчас не прихожу, все мне это припоминают. Кошмарище. Юлечка, приходи просто так, мы тебя всегда ждем. Спасибо. Мы приветствуем Диму Оленина. Дим, привет. Привет. И пока от меня. Ну что, мы пошли на выходные отдыхать, отжигать и радоваться. Да, а у нас впереди много-много премьер. До свидания. До понедельника. С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.